Друзья, всем привет! Меня зовут Иван, я фишмонгер компании John Dory. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать устрицы. Во-первых, качественные, во-вторых, под ваше настроение. Первое, с чего стоит начать, это вкус. Тут все просто, главное понять, на что вы сегодня настроены. Стильфин – это глоток моря. Свежий, солоноватый и минеральный вкус. Создан для экспериментов с ярким соусом и приготовлением. Их запекают под сырной корочкой и обжаривают в панировке до хруста. Не только под вино. Это удачная фудпара к виски. Также смело пробуйте с пивом. Стиль специаль – это легкий морской бриз. Более деликатный вкус, вибрирующий сладостью и ореховым послевкусием. Для тех самых случаев. Теперь разберемся с размером, ведь больше не всегда значит лучше. Цифра от 0 до 5 в названии устриц – это ее калибр, то есть размер. Калибруют устрицы по весу с учетом раковины, где 0 – это самый большой размер, а пятерка – самый маленький. Маленькие устрицы номер 5 и номер 4 хороши для аперитива, не зря их называют коктейльными. Небольшие номер 3 – это стартер, самые популярные во Франции. Номер 2 – это уже самостоятельное блюдо. Нужно всего лишь несколько капель соуса и глоток любимого напитка. Большие, номер 1 и 0, то, что надо для запекания и гриля, как горячая закуска или основное блюдо. Бытует мнение, что устрицы следует есть только у моря. В остальных же случаях они какие-то не такие, размороженные, испорченные, опасные. Да, устрицы капризный продукт, но современная логистика позволяет перевозить на дальние расстояния без ущерба качества. Главное соблюдать температурный режим и влажность. После вылова устрицы живут около 14 дней. Сроки годности всегда указываются на упаковке. Но самый главный признак – то, что моллюск живой. Сейчас мы это и проверим. Выбирайте плотно закрытые раковины. Сомкнутые створки – первый признак того, что устрица жива, так как ее мышцы позволяют удерживать их в закрытом положении. Устрица должна быть тяжелой и влажной. Запах свежий морской. Возьмите две раковины и постучите одна о другую. Звук должен быть глухой. Французские и ирландские устрицы представлены на витрине в деревянных коробках с сеном или водорослями. Если поместить устрицу в аквариум, мы нарушим тот самый вкус, который был заложен природой и откалиброван фермером. Меня зовут Иван, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!